В рамках Международного дня добровольца участникам волонтерского движения Одинцовского округа вручили медали и грамоты общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». На встрече, которая проходила в Звенигороде, свои заслуженные награды получили 17 активных жителей муниципалитета. В торжественной церемонии приняли участие первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и одинцовские депутаты «Единороссы».